уже обсудили, что такое Гамильтон в путь, Гамильтон в цикл. Мы привели несколько интересных примеров графов. И, конечно, еще есть много всяких конструкций, теорем, которые мы еще вообще не начинали, наверное, даже обсуждать. Давайте сегодня мы поговорим о совсем простой задаче, собственно говоря, задаче, с которой вся эта теория началась. Леонард Перейман поставил задачу о Кенигсбергских мостах. Она совсем простая. Представьте себе речку, есть остров, есть мост. Так. Теперь, так. Это сюда, да. Да? Да. И туда. Да? Еще по одной парочке. И еще здесь мост, так? Ну, можно было. И еще да, мост здесь. Да, да. Вот картинка. Это мост. Задача. Можно ли пройти по всем этим мостам по одному разу? И вернуться в точку? Не обязательно. В принципе, пройти по одному разу. А начинать откуда можно с любой точки? Да, начинать можно с любой точки. Это получается... Нет, не получится. Не получится? Почему? Потому что нечетное количество... Нечетных вершин. Нечетное количество нечетных мостов, которые... Нет. Не понимаю. Количество... У нас нечетное количество мостов, а также у нас нечетное количество берегов. Нет, потому что... Я знаю. Да. Если тут нарисовать граф, где вершины будут, это острова и земля, да. В принципе, тогда получится то, что из трех точек будет выходить по три ребра. А есть правило то, что больше двух нечетных вершин нельзя. Отлично, отлично. А теперь, ребята, представьте себе картину, что вас на улице остановила полиция, показала вам эту картинку, и спрашивает, скажите, пожалуйста, почему нельзя пройти по каждому мосту по одному разу? Вы начинаете говорить, вот если нарисовать граф, они отвечают, мы таких слов не знаем и знать не хотим. Кто может выйти к доске и объяснить понятным образом? Прошу. У нас есть берег, берег остров. Да. У него вариантов 5, куда из него выйти. Да, конечно. Вот. Дальше у нас есть вот земля. Да. Здесь три варианта. Дальше вот еще земля. Здесь три варианта. Здесь три варианта. И что? Вот. То есть на эту землю можно вот так пройти, вот можно пройти, выйти, еще раз пройти. И что? С этой то же самое. С этой то же самое. Ну и с этой то же самое, но такой же, поскольку четность такая же. Ну вот. Хорошо, а почему обойти-то нельзя? Обойти нельзя по одной причине, потому что мы в эту вершину войдем, выйдем, еще раз войдем, уже не выйдем. Получается, надо заканчивать. Вот. Кто может это объяснить? То понятно. То же самое и с этой вершиной. Можно я попробую? Да, пожалуйста. Нельзя обойти, потому что если мы пройдем, мы просто проходим, если... то каждая точка имеет степень вершины 2, то есть четная. А если не четная, то значит мы либо из нее будем начинать, либо из нее заканчивать. Ну, потому из нее заканчивать так не говорят? Ой, в ней заканчивать. В ней заканчивать, да. Да. Вот. А, и у нас... И поэтому... Ну, хорошо, спасибо. По сути, конечно, вы все правы. Давайте я попытаюсь объяснить это следующим образом. Если есть любой путь, вот представьте себе, человек вышел из какой-то точки, пошел, скажем, через эту точку еще раз прошел, через вот эту точку еще раз прошел. Какой бы сложный ни был маршрут, но в нем всегда есть очень простое правило. В любой промежуточной точке столько же вхождений, сколько выходов. Потому что надо выйти в нее и идти. Да, да, да. И степень должна быть четная. Совершенно верно. И везде четная.
Вот здесь, например, 6, вот здесь 4, здесь 4, здесь 8. А вот в конечной точке маршрута и в начальной точке маршрута, нечетная, здесь это, конечно, разные точки. Да? Вот, например, здесь чему равна степень? 7. 7. Нечетное число. И так происходит всегда. Вот если я дальше продолжу, представьте, я из этой точки вышел, здесь была степень 7, я из нее вышел, и сразу степень стала равна 8. Но зато вошел, и раньше тут была четная степень, а теперь стала нечетная. Понятно? Да. Значит, если вы гуляете по этим мостам, то вот это место должно быть началом маршрута или концом. Потому что нечетное число только в начале и в конце маршрута. Точно так же, вот это должно быть начало или конец, это начало или конец, и это начало или конец. Получается, что у вас слишком много начала и концов. Вот давайте все-таки нарисуем в виде графа. Вот эту область обозначим буквой А, эту область обозначим буквой Б, это будет С, а вот это будет Д. Тогда картинка будет очень простая. Всего лишь 4 точки. Вот здесь вот точка Д. Она соединена с точкой А. Да? Точка А соединена двумя ребрами с точкой Б. Точка Б соединена двумя ребрами с точкой С. Ну и точка Д соединена сюда и сюда. Вот он очень простой граф. Заметьте, пожалуйста, двойные ребра и так, тройные и так далее вполне бывают иногда в задачах. То есть бывают, иногда рассматривают графы, в которых нет двойных ребер, а вообще, в принципе, можно и с трапными ребрами, когда две точки соединены несколькими путями. Так, замечательно. И степени этих вершин 3, 5, 3 и 3. Между тем, у любого графа, который можно обойти одним росчерком, нечетных вершин максимум сколько? Две. Максимум две. Замечательно. Так вот, ребята, оказывается, что верна замечательная теорема. Не только у любого графа нечетных вершин, который можно нарисовать, не отрывая руку от доски, нечетных вершин не больше, чем две штуки, но и наоборот. Если вы видите граф, в котором вершин нечетной степени максимум две штуки, то его можно нарисовать. Тут, правда, одна вещь. Представьте себе, что граф имеет вот такой вид. Всего у него 7 вершин, и соединение вот так. Скажите, пожалуйста, его можно нарисовать, не отрывая? Нет. Нет. Это не связано с графом. Не связано. Для того, чтобы можно было нарисовать, граф должен быть связан. Согласны? Да. Замечательно. Вот давайте я просто выпишу теорему. Связанный, это значит, из любой точки можно в любую попасть, двигаясь только по ребрам. Связанный граф можно нарисовать, пройдя по всем ребрам по одному разу. В каком случае? Если граф пройти один раз. Если и только если. В том и только в том случае. Если и только если количество вершин нечетной степени. Какое? Не превышает двух. Правильно. Нечетной степени равно нулю или двум. Так вот, теорема замечательная. Собственно, это вот одна из самых-самых первых теорем теории графов. Сразу маленький вопрос. Просто на понимание того, что происходит. Тут написано, я нарисовал, равно нулю или двум. А вопрос, может ли так быть, что в графе
одна вершина ничего не постигнет. Не может быть. Почему? Потому что, если, например, она будет являться входом, то тогда мы никогда не выйдем, потому что выхода не может быть. Пожалуйста, выходите, расскажите. Итак, теорема. Если нарисован граф с конечным числом вершин, кстати, обратите внимание, конечным здесь это важно, потому что иначе я вам легко нарисую граф, в котором только одна вершина нечетной степени. Вот представьте себе, я пойду до бесконечности вправо. Начал вот здесь и иду каждый раз вправо. У такого бесконечного графа степени всех вершин равны двум, кроме одной, которой степень равна единице, так? Да. И вот такой граф есть. Но вот если граф конечный, то такого не бывает. Объясните, почему? Потому что вот даже на примере этого графа мы вышли из этой точки, стали путешествовать, но мы где-нибудь-то закончим. И получается, что где мы были, это нечетная вершина, то и куда мы придем? Наш конец, это тоже должна быть нечетная вершина. То есть, если граф рисуем, не отрывая руку от доски, то тогда мы вышли, и там нечетное число. Когда если прошли, то оно остается нечетным, да? Да. И в тот момент, когда мы приходим в исходную точку, то все вершины нечетной степени. Да. А когда выходим, то становится две. Да. Это все классно. Только проблема. Только проблема, ребят. Не каждый граф можно нарисовать, не отрывая руку от доски. Спрашиваю, может ли быть в принципе, какой-то граф, у которого конечное число вершин, и среди них все четные степени, а одна нечетная. Я не говорю, что граф можно при этом нарисовать, не открывая. В принципе, любой граф с конечным числом вершин. Есть такой или нет? Постановка задач понятна? По-моему, есть. Если есть, нарисуйте. Я в тетради нарисуйте, посмотрите сначала. В тетради, пожалуйста. И аккуратно посчитайте. Именно одна вершина. Граф, в котором конечное число вершин. Ну, хотите 100, хотите миллион, хотите 24. Ну, сколько вам надо, столько и будет. Но конечное число, бесконечность вершина. При этом степени всех вершин четная, кроме одной, которая нечетная. Да? Ну, не может быть такого. Почему? Потому что получается, что из одной вершины выходит ребро, которое никогда не ведет. Ну, это философия. Что такое, не понимаю, что такое ребро, которое никуда не ведет? Да. У каждого такого не может быть. Почему? Потому что вот у нас есть. Потому что у нас есть какая-то стартовая точка. Это трудно. Если... Нет, это не... Секунду, это не трудно, это неверно. Поймите, пожалуйста, вот это некий особый вид графов. Не каждый граф, далеко не каждый граф является такого вида. Может быть, вы помните, вот есть такая стандартная картинка. Попытайтесь ее нарисовать, не отрывая руку от доски. Вы обнаружите, что нельзя. Почему? Мы сегодня уже обсуждали. Потому что здесь слишком много вершин нечетной степени. 4 штуки. Понимаете, есть много графов, которые нельзя нарисовать. Вот представьте себе, вы берете какой-то сложно устроенный граф, который нельзя нарисовать, и у него вдруг оказалось, что все степени четные, кроме одной. Да. Количество ребер – это сумма степеней делить на 2. Вот. Молодец. Выходите, расскажите. У любого графа. Не надо писать. Не надо писать, короче, у любого графа, вершины, у них есть степени какие-то, вот допустим, одна не надо будет n плюс 1, остальные будут там. Да не важно, нет, дайте без слов, просто без записи. Короче, у каждого графа количество ребер это сумма степеней всех вершин делить на 2. Ну, это как бы формула, которую все знают.
Вот, соответственно... Может быть, это и все знают. Мы договорились на этом кружке более-менее подряд проходить теорию. Эта формула действительно одна из самых важных. Ребята, есть один очень важный принцип при изучении любой науки. Если вы пропустите что-то из простейших фактов, то достаточно скоро ничего даже делать не сможете. Это действительно одна из самых-самых-самых первых, а значит, самых важных. Давайте, пусть есть степень вершин, всего n вершин, из первой из них выходит D1 ребер, из второй из D2 и так далее, из последней Dn. Оказывается, верна вот такая формула. Почему из этого сразу получается этот факт? Очень просто. Если все эти слагаемые, кроме одного, нечетные, то сумма будет какая? Нечетная. Когда складываешь четные числа, получаешь все время четное. И прибавляешь еще одно нечетное, получаешь нечетный ответ. Потом сколько четного не добавляй, получаешь все время нечетное. Но если у вас вот эта часть нечетная, а здесь двойное число ребер, повторяю, если все сумма вот здесь вот нечетная, а здесь удвоенное число ребер, то здесь четное число, а здесь нечетное. И это противоречие. А куда вы утратили? Мы же так все объяснили. Нет. Я не объяснил, почему эта формула верна. А, почему вот эта формула верна? Да. А, ну потому что... А, так. А из каждой вершины у нас идет какое-то количество ребер. Ну, D1, D2, D3. Это называется как бы степенью... Да, вершин. Называется. То, как бы называется. То количество ребер, которое из нее выходит. Да. Соответственно, но у каждого, соответственно, мы могли бы посчитать просто степень каждой вершины в фигуре и увидеть, сколько ребер из нее выходит. Но, так как ребро это не просто... То есть, у ребра есть две точки, то есть, да. Соответственно, каждую, если мы сложим все вершины, все степени вершин, то мы каждую точку посчитаем дважды. Спасибо. Каждое ребро посчитаем дважды. Спасибо. Да. Господа, опять-таки, это потом в вашей жизни встретится очень много раз. Это один из таких вот важных, что называется, стандартных способов решения. Называется подсчет двумя способами. Проще всего, наверное, это объяснить с точки зрения, не знаю, бухгалтера. Вот представьте себе, что у вас есть какая-нибудь табличка с числами. Ну, сейчас это уже неинтересно, потому что сейчас все это компьютеры считают. А вот каких-нибудь там 40 лет назад это было страшно интересно, когда бухгалтерия делалась более-менее вручную. Представьте себе, у вас есть табличка с числами. Ну, в общем, три больших числа, да, там, миллион, там, не знаю, 10 миллионов, там, тысячи, десятки тысяч. Какие-то серьезные числа, бухгалтер на каком-то серьезном объекте. И написано числа, да, не знаю. Там, может быть, какие-то из них отрицательные, если мы платили, там, какие-то положительные нам платили. И нам интересно, сколько здесь всего. Что в норме делает бухгалтер? Подсчитывает. В строчке пишет, подсчитывает в столбце, пишет. А потом что делает? Нет, он не делает. Он складывает вот так, получает какой-то ответ. И потом складывает вот так, получает какой-то ответ. Это как раз он себя проверяет. И если ответ не сошелся хотя бы в одну копейку, то он неправильно посчитал. Значит, произошла ошибка. И значит, надо все полностью пересчитать. Понятная идея? Идея? Нет, вообще-то, ребят, секунду. Вы понимаете, что математики до определенного момента вообще-то этим занимались. Например, один из величайших математиков и физиков, Паскаль, может быть, слышали, есть такой язык программирования. Есть треугольник Паскаля. Ну, я не знаю, там, он придумал гидравлический пресс. Он много всего придумал, да? Так вот, его отец был математиком. И это в те времена означало, что он проводил огромное количество, ну не только таких, а всевозможных вычислений. То есть реальные предприятия, там, не знаю, купцы того времени, кто там еще там был, заказывали ему работу, он считал. И именно из-за того, что в юности Паскаль насмотрелся на мучения папы,
он в какой-то момент решил, создам арифмометр, механическую машинку, которая будет складывать и умножать. И создал. А делить ее? По-моему, она его не делила. Но это надо понять уже, я не точно помню. Факт такой, это середина 17 века. Были созданы первые реально работающие механические устройства, помогавшие в счете. Первые калькуляторы, да. И они реально помогали. То есть, ребят, сейчас вы можете что-то презирать счет. Ха-ха, да это легко, да это там, на компьютере быстро посчитать и так далее. Но важно понимать, что в течение многих тысячелетий это была огромная работа. В чем состоит идея двойного подсчета? В том, что если вы какую-то сумму одним способом разбили и другим способом разбили, то результат будет все равно один и тот же, так? Как это в нашем случае? Мы можем считать по вершинам, то есть в каждой вершине мы смотрим, сколько ребер из нее выходит. И тогда получаем правую часть. Согласны? А что мы считаем-то? А считаем мы на самом деле вот эти вот выходящие отрезки. Я обычно рассказываю это следующим образом. Беру тряпку и разрезаю каждое ребро пополам. Мне кажется, тогда становится намного понятнее. Еще осталось. Да. Все надо пополам. Каждое ребро пополам. Смотрите, каждое ребро превратилось в два кусочка. Правильно? Значит, количество кусочков это вот эта величина. Хорошо. Но с другой стороны, вот это в точности D1, D2, D3, D4, D5. Ну, правильно. Это степени. Сколько их выходит, совершенно это степень. Так, все поняли? Да. Все поняли. А теперь представьте себе, что двойной подсчет по какой-то причине я сделать не хочу. Я считаю это рассуждение слишком сложным. Может ли кто-то из вас доказать вот эту же формулу не при помощи двойного подсчета, а как-нибудь попросту? Вот другим способом. Вот есть граф. И вот это, и то, что я сейчас рассказал, говорить нельзя. Да, пожалуйста. Нет, я не. То есть у нас вот задача сосчитать количество ребер. Доказать формулу. Доказать формулу. Угу. А что эта формула будет верна? Для любого конечного графа. Одно доказательство уже прозвучало. Ребят, я понимаю, что формально то, что я сейчас говорю, это, конечно, странная задача. Потому что вы берете решение, приписываете к нему вверху фразу типа «все хорошо на свете, все замечательно», и вы получаете формально другое решение. Да? Текст изменился. Но, тем не менее, вы здравые люди, и вы понимаете, что вы сейчас не в, так сказать, такую вот странность играем, а пытаюсь как по существу рассуждать, да? Вот по существу другое рассуждение, знаете? Подсказка. Огромное количество задач можно решать при помощи метода математической индукции. В данном случае это что означает? Любой граф можно получить, постепенно рисуя ребра одно за другим. Вот смотрите. Как я мог получить вот этот граф? Я мог взять 5 точек. Взял? Да, и что? Да, давайте. Ну, изначально, допустим, 2 точки, потом... Значит, 5? 5 точек. Я хочу получить вот этот граф. Я нарисовал 5 точек. Что делать дальше? Окей, а мы добавляем, мы перерисовываем одно ребро. А оно, и, соответственно, это ребро добавляет, ну как бы увеличивает степень двух вершин на один. Молодец. Соответственно, с одним ребром у нас добавилось два. У каждого ребра, у него начало и конец, как вы говорите.
каждый, когда вы проводите ребро, смотрите, когда его не было, то R было равно нулю, и все эти числа были равны нулю. Да? И наше равенство имело очень простой вид. 2 умножить на 0, это 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Оно верно. Проводим одно ребро, и что происходит? Вот здесь получается вместо нуля единица, а здесь получается в двух местах единичка. Проводим следующее ребро. Тогда у нас, опять-таки, в двух вершинах степень увеличилась на 1. В результате правая часть увеличилась на 2. Понятно? Мы просто следим, что происходит при проведении каждого следующего ребра. Ну и, естественно, рано или поздно мы получим всю картинку. Так? И поскольку равенство все время выполнялось, и оно вот если оно было выполнено, то в следующий момент оно тоже выполнено, и было в самом начале верно, значит, все хорошо. Да. А у меня вопрос. А может ребро выходить из точки А, допустим, и потом переходить в эту же точку? Вообще-то да. Посмотрите, пожалуйста. Если вот такое ребро, если петля, то мы просто должны его считать в этой точке два раза. То есть все будет в порядке. Существует граф, в котором есть одна вершина нечетной степени и конечное число вершин четной степени. Ровно одна вершина нечетной степени. Кто объяснит? Да. Ну, я, кажется, могу. Давайте, как? С помощью лемма о рукопожатиях. Так это лемма о рукопожатиях, про которую вы говорите, это и есть в точности вот эта формула? Тогда не могу. Просто совсем же это ровно она, разве нет? Тогда нет. Другие слова. Интересно. Подсказка. Оказывается, можно устроить некоторый процесс. Этот процесс окажется бесконечным, а с другой стороны, все время на каждом шаге будет исчезать одно ребро графа. Ну, и это, конечно, противоречие, потому что если у вас есть граф с конечным числом ребер, то оно, понятно, да? То никак не получится. Вот. А теперь вопрос, что это за процесс? Можно еще раз? Еще раз. Решение задачи при помощи процесса. Смысл слова процесс, я понимаю? Это когда что-то происходит. Что-то должно происходить. Лучше всего представить себе какого-нибудь человечка, который будет у нас бежать. Какой-нибудь ей граф. Ну и так. И у кого нужно очень большой. И вот где-то там в этом графе представьте себе, что у нас есть вершина нечетной степени. А все остальные черные. Представили? Да. Вопрос. Можем ли мы уменьшить количество ребер в этом графе, но при этом оставив такое же свойство, что у него ребер-то стало меньше, а по-прежнему все вершины четной степени, кроме одной. Метод тряпки. Да, отлично. Тряпка у меня есть. И что надо сделать этой тряпкой? Ну, надо стереть одно ребро. Да. Какое? Которое... Нет, которое... А, которое не... Которое граничит, наоборот, с той, которая... Которая... Точнее, исходит из нее. Скажи. Тут 7 вариантов. Вот эти все. На самом деле, все сразу это слишком, потому что тогда вершин окажется слишком много. Надо стереть ровно одно из них. И тогда как раз... Представьте себе, человечек отправляется сюда.
что происходит, когда он вот так вот стерт. Эта вершина стала черной степенью. Согласны? Да. До этого он еще не дошел, поэтому сейчас все вершины черной степени. Но когда он дойдет сюда, то это станет не черной степенью. Буква N перепрыгнет отсюда сюда. Так? Да. А когда он здесь одно ребро уничтожит, то буква N в его конец перепрыгнет. Но заметьте, пожалуйста, нечетное число больше нуля. Поэтому куда бы он ни приходил, в этот момент там нечетное число. И значит, можно по какому-то отрезку пойти. И при том, заметьте, во всех вершинах четная степень, а в одном месте нечетная. Согласны? Да. То есть, получается, он будет ходить бесконечно, но у нас бесконечно. И при этом он все время уничтожает ребра. Но если он уничтожает ребра, то его маршрут закончится, когда ребра кончится. Правильно? Ну или, может быть, даже раньше, если он идет от них, там они где-то остались, и он туда уже не может дойти. Так, все понятно? Да. Все понятно. Еще один взгляд на вот эту формулу. Ребята, а вот давайте вместо 1 напишем 2n плюс 1. Ой, n нельзя, потому что здесь n уже написано. 2k плюс 1. Может ли быть в графе нечетное количество вершин нечетной степени? Не может. Почему? Ну, опять же, те же, ну, вот можно по этой формуле. Да. Все понимают? Да. Вот эта формула объясняет очень простую штуку. Есть. Если здесь слагаемые четные и нечетное количество нечетных слагаемых, то вот это число будет просто нечетным. А слева оно обязательно должно быть четное. А слева оно обязательно четное. Победа? Да. Победа. Хорошо. Ну вот это на самом деле важная вещь. Давайте мы ее даже запишем в виде отдельного утверждения. В любом конечном графе, количество вершин нечетной степени. Нечетной степени. Четно. Все поняли?